Салютенцы, дорогие друзья, с вами Лургат, и добро пожаловать на летсплей по игре A Series New Town. Давненько мы не играли в эту игру, а стоило бы, потому что уже давно выходят обновления на бета-ветке, и я вам скажу, что очень даже неплохие обновления. Наконец-то разработчики зашевелились и стали выпускать обновления, и игра немного изменилась. Ну, немного это мягко сказано вообще-то. И очень хотелось бы погрузиться в эту атмосферу, потому что я очень люблю Осирис, на самом деле, вы не представляете. Хоть эта игра и не пожизненно недопилена, и вообще не верится, что она вообще как-то это будет допилена, но тем не менее, эта атмосфера, реально, эта атмосфера кошмара, ужаса и, скажем так, безысходности и одной лишь вашего рвения выжить и в этих ужасных условиях, не знаю, мне это очень сильно привлекает, подобная атмосфера, так что давайте просто посмотрим, совершим такой пилотный летсплей по этой игре, что-то вроде краткого обзора. Короче, хватит играть в инженеров, пора бы отдохнуть, пора бы, собственно говоря, начать заново и посмотреть, что здесь происходит, что происходит в этой игре, в этом отдельном мире. Итак, мы выберем класс. Я вам скажу, что я хотел бы выбрать инженера, потому что инженер, у него есть определенные преимущества, в том плане, что вы можете крафтить фордж, в смысле, ну, уже делать более-менее серьезные вещи, но с другой стороны, я хотел бы выбрать, скажем так, пехотинца, Марин, морпеха, может быть, называется. Да. Выбрать его, почему? Потому что, ну, у него есть кое-какое вооружение и навыки сражения с этими букашками, потому что на начальных этапах они, ну, то есть через несколько дней эти букашки начинают досаждать, и эти букашки, это мягко говоря, они довольно больших размеров становятся, и они довольно сложные. Поэтому я бы выбрал вот его, и давайте поиграем, летсплейнем и посмотрим, что, с чем мы столкнемся. Вот, итак, ну, цвета я не буду менять, у меня что-то как-то не особо с этим. Немножко сделаем его высоким, хотя это ни на что не влияет. В общем, идемте дальше. Короче, вкачаем стамину в половину, потому что выносливость — это наше все. Силу тоже вкачаем, потому что бить мы тварей будем определенно. Ну и скорость, потому что тот, кто бегает, тот выживает. Особенно тот, кто долго может бегать, он выживает лучше. Итак, у нас много плюшек в сторону оружия, вооружения. Так, давайте выберем, ну, соответственно, топор, само собой. Furnaces, это печка. Она нам понадобится. Хотя нам скажут, строй вот это. Но это мы откроем, форджинг, да, там задание такое бывает обязательно. Но я хочу получить вот эти вот пистолы, поэтому уж сорянте, я буду двигаться в этом направлении. Блин, не хватило. Может, мы попробуем пойти по другой дорожке? Вот так вот. Все-таки печь мы как-то сможем разблокировать. Хотя, блин, нет, неправильно. Печь нам понадобится в начале. Поэтому сделаем так. Убьем пару тварей и откроем пушку. И, соответственно, нам вот тоже нужна будет форжа. И посмотрим, что здесь. Мы, конечно же, сможем сделать чизл, ну, кирку. И лопату. Лопату дальше, к сожалению, мы открыть не можем, потому что у нас не так много баллов. Вот, идемте дальше. Дальше идемте. Sign name, ну, конечно же, Лургат. Как же иначе? Так, и дальше. Confirm. Выбираем нормальный режим, потому что я не люблю выбирать сложный режим, потому что игра и так непростая, из-за того, что она не совсем допилена и не совсем понятна. Ну что ж, давайте Create назовем, ну, нажмем и создадим вот такой вот мир и отправимся в путешествие. Так, что же нас ожидает? Что же нас ожидает в новой версии, Осириса? В общем, мы приземлились в капсуле, нам очень плохо. Нам надо взять вот эти предметы. Так, инвентарь. Я думаю, что нам сначала надо починить наш, скажем так, костюмчик. Затем нам надо взять бандаж и выставить его сюда.
Так, 6. И похилиться. Все. А теперь выходим отсюда. Ну, к сожалению, выйти у нас не получится. Возьмем вот. Будем таким вот способом выходить отсюда. Фу, что мы видим? Странные звуки. Странные, потому что источник звука пока что неправильно поставили. Он какой-то моно. Ну, надеюсь, это исправим. В общем, что у нас осталось от старой игры? Карта. Графика немножко поменялась, но инструменты добавили с бетки. Что мы можем видеть? Мы можем видеть вот этих вот тварей, которые пришли и сразу же пришли, и они что-то как-то вот не очень-то атакуют. По большому счету, да? Что-то хотят сделать, но как-то... Ой, так они атакуют меня. Засранцы, я думал, что они мирно себя ведут. Так что тогда мы будем их убивать. Вот так вот. Все, еда у нас есть. Значит. Вот я приземлился совсем не в дружественном месте, раз меня пытаются сожрать. Сразу же. Так, бандажи у меня нет, но зато они и здесь. Так, забираем все, что только можно забрать. Так. А эти штучки мы будем разбирать. Так. Ну, давай. Похилимся немножко. 14 бандажей. Неплохо. Так. Берем вот эту штуку. Радует, что вот это есть. Кстати говоря, теперь мы разбираем при помощи этого мультитула. И надо разбирать абсолютно все, что только здесь есть. Так как мы будем выполнять задание. Так, задание надо посмотреть на себя от третьего лица. Выглядим неплохо так. Собираем, собираем. Не ленимся. Так, ну-ка, ну-ка. Отлично. Супер. Итак, что делаем дальше? Дальше мы должны уже собирать то, что вокруг. Да, реально. Сейчас отходить не имеет смысла далеко, потому что тут у нас... Так, что это такое? Ха, ножки краба торчат из-под земли. То есть сейчас изменилось еще то, что у нас торчат... Запчасти чуть не сказал. Флеер взяли. Запчасти крабов, запчасти мобов. Это забавно. Они будто бы рассыпаны здесь повсюду. Из них мы тоже будем много чего крафтить. Но мне кажется, что их излишне много добавили. Пока, блин. Бетка. Это игра в состоянии вечного делания. О! Контейнер стеклянный. Так, что еще тут может быть? А здесь обязательно что-то будет раскидано. То есть далеко тут убегать не имеет смысла. Вот второй кусочек. Точнее, второй обломок корабля. Не торопимся. Постепенно, постепенно все это разбираем. В этой серии мы сделаем себе что-то вроде домика маленького. Для того, чтобы не умереть. Также тут появились бураны, от которых мы страдаем. Жестко при том страдаем. Так. Так, ну-ка, ну-ка. Давай, давай. Так. Нам надо построить какой-то Дербис Хат. Дербис Хат. Вот еще один большой осколок. Большеченный. Так. Ты не разбираешься? А вот ты разбираешься. Короче, разбираем, разбираем. Обломочки огромные. Офигеть. Так, ну, с этой стороны мы вроде бы все собрали, хотя я не уверен, может быть там чуть дальше. А солнце здесь синее. Не удивляйтесь. Здесь, в принципе, многие смотрели мои выживания уже по Осирису. Я люблю всегда играть в бетку, потому что в бетке что-то интересное да новое выходит.
В этой игре действительно нужно, над этой игрой надо поработать. Так. Уже меня бесит этот звук костра, но мы сейчас уйдем отсюда. Это чтобы вы не думали, что я здесь буду обживаться. Блин, что это такое? Какашка. Краб шеддингс, короче. Будем делать крабовое оружие. Так, с этой стороны мы ничего дельного не нашли. А вроде бы должно было быть. Раз были батарейки для пушки, да? Значит, пушка тоже должна быть где-то. Но я что-то ее и не нашел особо. Так, у нас что есть? У нас есть карта в руках. Радар, так скажем. Карта, радар. Ну-ка. О, я вижу что-то интересное. Канистры, канистры. Баррели, точнее. Они помогут нам собирать газы, прокачивать науку. Вот еще баррели. Так, я думал, если я выберу морпеха, мне дадут пушку. Как же я ошибся. Но зато ничего, зато мы пушку скрафтим быстрее, чем если бы мы выбрали инженера. Так, что у нас тут? Что это за звуки? Твари какие-то опять. Короче, я хочу поближе к ресурсикам. А, так, там какие-то структуры вдали есть. Это круто. Так, ну что ж, ну что ж. Бежим, бежим, бежим. Бежим. Так. Трюм-пум-пум. Интересно, пока буран не начался. Обычно, когда я начинаю играть, буран всегда начинается прям такой лютейший, жесткий. А вот они, наши ресурсы. Прям с самого начала они нам не особо нужны будут. По крайней мере, сейчас уж точно. А вот. И как раз вот здесь есть источник газа. Вот здесь он есть. Отлично. Вот где-нибудь здесь мы и обживемся. Там тоже есть какой-то зеленый газ. Здесь желтый. Вот. И, кстати, здесь появились новые мобы, новые твари. Страшные, ужасные, противные в том числе. И они нам будут досаждать. Заранее предупреждаю, не пугайтесь. Так. Где бы мне поставить свою лачугу? Давайте в каком-нибудь центрально светлом месте. Вот здесь вот где-нибудь. Так. Чтобы нам построить, нам надо перейти в это меню. Этим мы можем, кстати говоря, бандажи себе скрафтить. Вот из этих растений, которые там. Bashing Rock, это если у вас вообще нет инструментов рядом. Вот Stone Axe, Damage 9 плюс 3. Кстати, надо будет посмотреть, какие у меня характеристики. 10 плюс 2. В смысле, 9 плюс 3, это и есть 12. Походу, нет. Да, да. Кошмар. Так, 50% критического урона. То есть вот этот меч, да, из крабовых кусочков, он, я так понимаю, больше критует. Так, что нам надо построить? Дербис Хант. Хат, вот... Вот это надо построить. Вот от Inflatable дом мечтать пока не приходится. Кстати, там нет каких-либо... Я не нашел каких-либо запчастей. Вот. К вот этому Inflatable дом. Оп, я в домике. И мы можем сохранить наш процесс выживания. Дело в том, что... мы не можем построить вот это, потому что вот для этого нужно Inflatable Dome Kit. У нас нету этого. Там вокруг корабля нету. Сколько бы я ни играл, я пока что не нашел. Так, потом построим Furnace. Вот печь, кстати говоря, она доступная. Я думал, ее надо будет открывать. Это хорошо. Так, вот твари, кстати, повылезали. Это Furniture, там, Custom. Но нас не интересует вот Furniture, Custom. Нас интересует Utility. Пока что только эта вкладка, потому что
Так, у нас есть repair table, у нас будет small solar panel. И вот нам forge надо будет открыть, чтобы плавить слитки и так далее. Build space derbys chest. Так. Сейчас кому-то по репе настучу. Кто-то здесь гулял, мелкий. Как раз сейчас печь сделаем и пожарим мясо этих засранцев. Остановим немножко сытость. Убежал. Вот засранец убежал. Или за бугор спрятался. Да пофиг. Из-за того, что твари нападают, нам придется строить печку прямо вот... А, нет, хотя печку рано строить, рано. Мы построим вот что. Так, chest, сундук нам нужно построить. Вот такой вот space debris chest. Серьезно? Он у меня закрыт. Как я буду строить что-то? Так, стат поинты. Давайте прибавим скорости. Прибавим к силе и к здоровью чуть-чуть. Так, engineering. Давайте прокачаем наши скиллы, что мы можем строить. Так, depositories. Вот, наверное, это мы сейчас и откроем. Depositories. Скорее всего, если мы это откроем, то мы можем построить debris chest. Так, дальше что? Что мы можем себе позволить? Так, форжа. Ну, до этого еще надо немножко. Ну что ж, посмотрим. У нас открылось. Да, можем построить Space Derby's Chest. Мы это далеко ставить не будем. Прямо вот здесь вот поставлю. Потому что эти твари... Потом вы увидите, что они творят. Они нам будут мешать. Все, задание выполнено. Мы туда можем складывать. Так... Давайте посмотрим. 14 плюс 4. То есть все-таки нож, который у нас есть, тактический нож, он лучше, чем то, что мы можем скрафтить. Как бы не так, да? Не просто лучше, у него, кстати говоря, еще и критический урон есть. Так, что еще? Наверное, когда он израсходуется, тогда мы будем что-то крафтить там. Так, доп-паек есть, очень много обломков. В общем, нам надо построить теперь furnace. Вот ту самую печь. Так, utility, furnace. Да, где-нибудь вот здесь и поставим. Прям, чтобы доступ отсюда был. То есть, прям не выходя из кассы, мы могли бы крафтить. О, нам немножко растянули меню, чтобы нам было удобно перелистывать. Вот теперь имеет смысл... Давайте вот, кстати, пожарим мяско. Теперь нам имеет смысл добывать ресурсы, потому что мы можем делать слитки, а из них уже соответствующие уже... Разные штуки такие. Так, ну давай еще кусочек мяса нам дай. И мы начнем себя питать, так скажем. Так. Приехали на планету и сразу похавали. И, конечно же, сразу же бандаж возвращаем на место. Так, я не понял, где мой бандаж? Какой кошмар. А, я оставил здесь, скорее всего. Капец. Ладно, мясо пускай остается там. Ай, что это такое? Меня ты укусил? А хотя нет, я думаю, что это из-за шторма. Потому что шторм здесь повреждает нас. У нас тут написано Severed Dust Storm. Потому что от этих вот ветров мы получаем урон. На большой скорости какие-то камешки в нас врезаются. А этот засранец пытается меня укусить. Так, что мы можем сделать, чтобы прокачать наши скиллы? Давайте посмотрим. Так. Craft items and work in the biodome to improve this proficiency. Every level will award you a science point to using the skill web. Так. Короче, тут написано, что... крафтите предметы и работайте в биокуполе. Но, блин, биокупол, до него вот как-то ушей не дотянуться так уж легко. Так. Ну и когда же закончится эта фигня?
Это же опасно вылезать в такую погодку. Так. Вот если мы стоим за домиком, нас ветер не атакует. То есть... Ну что ж, я... Что надо теперь делать? Build Forge написано. Build Forge. Forge это... Вот. Здесь есть написано Forge. Надо его качнуть, чтобы его построить. Качнуть, значит. Хорошо. Что мы можем еще построить из того, что у нас есть, чтобы качнуть науку? Давайте смотреть. Так. Так, что? А, сори, я думал, меня кусили. Старые привычки. Иногда кажется, что... Так, сколько нам нужно? 4 плюс 4 плюс 2. Так, что мы можем построить? Workbench. Давайте строить. Нет, workbench мы не можем построить. Депозиторий только можем построить. Это мы тоже не можем построить. Beacon можем. А, repair table можем построить. Стеклянные панели. Все. Пуля закончилась. Иди сюда, маленький засранец. Я тебя расчленю. Так, там что-то ходит, походу говоря. Да, там что-то есть. О, еще один. Ай. Опа. А вот это вот уже плохо. Что-то, мне кажется, вас тут много стало. Так, мне надо починить срочно. Так, 5. Вот так вот. Установим уровень этого. Похилимся. И будем таковыми. Итак, я немножко почитал, разобрался, что у нас тут новенького. Вот. И выяснил, что... наступает, кстати, ночь. Выяснил, что... Ничего особенно полезного я и не выяснил. В принципе, все, что мне было известно, и так, и так. Так, вот теперь враги ведут себя очень хитро. Они подходят так близко, чтобы я их мог стукнуть. Если что. Вот жаль, что только я не могу уснуть. Проснуться утром. Это было бы очень полезно. Но, кстати, избавиться от этих тварей довольно просто. Мы можем просто убежать, допустим, отсюда на определенное расстояние. Кстати говоря, надо бы подобывать ресурсы, чтобы хотя бы инжиниринг... Ой-ой-ой-ой, открыть. Да, давайте просто перемахнем их. Я надеюсь, они от меня отстанут. Так. Богатое место залежи минералов, золота, медь и, в общем, все, что из этого вытекает. Ах, засранцы, они за мною пустились все-таки. Но если вы далеко убежите, они исчезнут, кстати. Ах, да. Я все-таки не скайримская лошадь. Однозначно. Так, ну-ка, ну-ка. Да, блин. Ай, блин, кошмар. Это все богатые месторождения. Мне нужны обычные месторождения. Так. Че они за мной пустились-то? Видимо, злые, что их братков побил. Все это богатые месторождения. Мне нужны... О, вот алюминиум. Так, их что-то очень много, и я сейчас подохну, походу говоря. Короче, бежим себе... Дебрис Хат наш. Фух. Конечно же, они тоже пришли. Но одно радует, что они ко мне домой не залезают. Это определенно радует. Так, пора похилиться. Так, и пора посмотреть, что у нас там прибавилось. Комбат 6 стало. Из-за того, что мы немножко полупили с ними. Ну, давайте сделаем. А, нет, мы не можем это сделать. Походу, мы ничего не можем скрафтить, ребята. Structure. Utility. Что, еще один сундук, что ли, сделать? Не хватит. Даже на сундук не хватит. Хм, придется подождать до утра. Ну что ж, буду ждать. Потому что их замочить что-то как-то... боюсь, что я потеряю. Ну к чему.
Repair Frame, Advanced Repair. Есть еще расширенное. Repair. Думаю, что это мне не нужно. Так. Ну да ладно, я пока постою здесь, что ли. А запись поставлю на паузу. Итак, дорогие друзья, я тут не удержался, немножко побегал, и вот какую тварь я встретил. Это, я не знаю что, это новый моб. Очень мерзкий и очень больно бьет. Кстати говоря, он посерьезнее, чем то, что мы видели. Тех двоих пауков я убил каким-то чудом, а вот это вот, вот его убить, это не хухры-мухры, короче. Пока я добыл несколько слитков, давайте их мы поплавим. Вот. Тварь меня трогать пока не будет. Пока я тут внутри. Так, комбат, видите, 7 стал. Так, ну, я надеюсь, что рассвет скоро. Я пойду добуду газ. Потому что если я буду добывать газ... вот в эти баррели. Так. Блин, все панели нужны. Давайте так сделаем. Днем это загогулина уходит. Не знаю даже. Короче, убегаем. Да, эта тварь куда-то ушла. Она ночью вылезает в основном. Короче, здесь был где-то газ. Ну вот, попробуем прокачать нашу науку и построить эту долбанную форжу, так сказать. Такс. Отлично. Добыли, давайте посмотрим. Скиллы, видите, наука поднялась. Так, что нам с этим делать? Так, пока с этим мы ничего не можем сделать. У нас просто Гадроген. И давайте... А, черт, я думал, эта тварь ушла. Она просто скрылась в каком-то непонятном направлении. И оказывается, она все еще здесь. Знаете, они вот скрываются, уходят куда-то, а потом они ходят за вашей спиной, поджидая вас. Видите, эта тварь, блин, она просто огромная и очень мерзкая. Так, ну ладно, так уж и быть. Я заеду в домик. Ты меня в домике не достанешься. Так, ладно. Пускай там ходит себе. А мы посмотрим, что нам еще делать. Так, скиллы 7. Что мы на семерку можем сделать? Блин, нам еще одного очка не хватает. Краб-ситх. Не хочу я краб-ситх. Кстати, вот видите, он уходит. Уходит, уходи отсюда. Видимо, солнышко ему не нравится. Да, он уходит. Давай, вали отсюда. Если я выйду, он придет. Нет, он не приходит. Давайте попробуем растения, что ли, подобывать. Так. Скиллы. Так, наука поднялась. Это хорошо. Видимо, когда я добываю растения, наука тоже увеличивается. Опять вы? Ненавижу этих. Сдохни. Так. О, с этого мы имеем rubber, tree bark. Так. Растения, растюшечки, растения. Где у нас еще растения? Видите, эта тварь все еще ходит тут. Так, я думаю, что я немножко пойду попутешествую в другую сторону. Пускай он тут ходит себе. Фу. Так, а мы попутешествуем. Мы пойдем посмотрим, что еще есть вокруг. Заодно прокачаемся. Сделаем фордж. Вот. Я сомневаюсь, что мы сможем сделать себе пушку. Сделал фордж. О, по-моему, мы в каком-то конце карты... Если я ошибаюсь. Так, мы качаем вообще. Да, наука качается, кстати, если мы растения добываем. Вот. Это нам все понадобится потом. Я на растения раньше забивал. Оп. Вот. А не стоит.
Надо их тоже добывать, чтобы наука качалась. Так. Еще наука помогает качать добычу песка. Если мы будем копать. Так. О, кустик. Кустик, кустик. Оп. Супер. Тут, тут, тут. Отлично. У нас бандажи будут, ребят. Нас не так-то просто будет убить. Но вторую ночь это будет ад. Тьма тьмущая. Придут. Если сейчас эта дрянь пришла, я не представляю, что будет на вторую ночь. Так. Угу. Так, посмотрим. Уровень науки 5. Оп. Все, у нас есть форж, ребята. У нас есть фаржа. У нас есть фаржа. Короче, надо просто бегать и собирать все подряд. И тогда у нас все будет качаться. Так, мы должны сделать форж. Чтобы сделать фаржу. Лефоржа. Так. Мне нужно 2 iron ingot, titanium ingot и plutonium ingot. То есть мне даже плутониум нужен. Плутоний. Так. Iron ingot. Ну, пойдемте добывать титаниум. Так. Я не могу сделать айрон? Нет, не могу. У нас очень мало времени. Как для записи, так и для игры, на самом деле. Я не хочу делать длинные серии, потому что они утомляют вас. Да и, в принципе, всех. Опа. А вот и наш плутоний. Прям счастье с неба. Хе-хе-хе. Живем, живем, пацаны. Так. Отлично, у нас будет плутоний. Литиум, плутониум, блин. Крутые штуки у нас будут. Так, метеорит. Раньше такого не было, чтобы... Раньше были, конечно, метеориты, но чтобы с них прям такое счастье выпадало, нет. И, конечно же, нам нужно железо. Сейчас мы его тоже сделаем, добудем. Нам этой ночкой будет уже чем заняться. Мы не будем тупо отсиживаться. Ну, в смысле, без дела отсиживаться. Титаний нужен. Добываем. Так, о, нам нужна вода. Так. Дринк. Ит. Все. Попили, похавали. Все. Жизнь удалась. Так. Супер. В какой-то момент у меня был тупик в одиночной игре, ну, когда я сам играл. Но сейчас я просто понял, что мне надо делать. Я даже думал, что, блин, я просто вам покажу одну серию и все. Но на деле оказалось, что просто надо собирать все. Все оказалось слишком очевидным. Так, какие-то твари идут, поэтому мы уходим. Так, надо лампу выключить. Да что ж такое? Вот ненавижу такие подъемы. Отсюда нам не подняться. И отсюда тоже. Давай. Так, ветер начался и засранец появился. Иди сюда. Давай, блин. Я тебя зарежу. Я тебя зарежу. И знаешь, как тебя зарежу? Вот. А еще один братка своего принес. Я его тоже зарежу, вот всех зарежу. Так. Все. Да. Блин, да меня чуть не убили эти мелкие, блин. Все. Страшное позади. Так. Ой. Ой, тебя тоже давай, в общем, все скрафтим. Плутоний, титаний, в общем, все сейчас сделаем. Сейчас у нас такая фаржа будет. Ух ты, мы инжиниринг открыли. Вы только посмотрите. Как круто. Все, у нас практически все слитки есть.
Давайте посмотрим, пока не поздно, пока эти засранцы не пришли. Ой, что это такое? Панель управления роботами. Так, build, craft. Блин, нам нужен еще плутоний. Один не хватил. Блин, ай, блинский. Один не хватил. Мне всего лишь нужен один плутоний. Так. И давайте пожарим мяско. Ай. Черт. И не вылезти, и сейчас никуда не пойти. Ну, я сделаю хитрее. Я положу все свои слиточки сюда. На случай, если я умру, все вот свои сбережения положу сюда, основные. Остаточки. Такс. И посмотрим, что за скиллы мы можем прокачать. Инжиниринг. Так. Опа. У нас уже будет песок. Так. Кундит Бендер. Glass Containers. Ну, на это нас уже не хватит. Там идет по девяточке. Дальше. Оп. Оп. Вот это мы можем открыть. Так, где мы можем скрафтить это чудо? Я думаю, что оно крафтится либо в форже, либо в принтере. Вот этот суперский меч тоже хочу. Батарейки, что еще? Chemical Station. Так, что мы можем скрафтить? Так, здесь мы ничего не сможем крафтить. Давайте-ка. Utility. Так. Блин. Лопатка тоже в фарже делается. Получается, мне только сейчас уран нужен. Да, получается. А где я могу достать уран? Надо попутешествовать. Что ж, давайте погуляем. И на этом я закончу серию. Так. Оп. Черт. Главное не подохнуть. Будем расследовать, исследовать, так скажем, карту. Так. Так, хлор. Так, мы можем, походу, сделать вот это. А, у нас нету какого-то плода. Да, какие-то плоды нужны из каких-то деревьев, походу говоря. Здесь этого, конечно, нет. Но мы можем это пособирать. Даже если оно не нужно, будем собирать. О, там есть какое-то дерево. Так. Fen tree. Use blunt object. Blunt Object? Что за Blunt Object? Не знаю. А, используйте нужное, короче. Пойдем посмотрим, что там за этими барханами. Да, походу за ними мы не сможем посмотреть, они слишком высокие, в общем, это бесит. Но у нас есть тропа. Для людей сделанная тропа, видимо. Все-таки. Либо для двуногих существ. Так. Юй. Так, похаваем. А то мы бегаем, блин. И голод не тетка. Так, что у нас тут? Ну-ка, ну-ка. В поисках, так сказать, плутония. Плутоний, насколько я знаю, был внутри пещер. Здесь где-то должна быть какая-то пещера хотя бы. Фух.
Интересно. Другой край карты. Ладненько, я, если что-то найду, маякну. Продолжу запись. О, друзья, после долгого блуждания я нашел вот такое вот место с деревьями. И ладно, еще деревья. Тут обломки и какое-то подземелье. Вот, это нереально круто. А еще я нашел вот это. Что это такое? Нитроген. Так, с дерева мне что-нибудь должно выпадать. Просто обязано. Кстати, мне очень нужно пить. Я не знаю, где мне добыть воду. Это уже проблема. Нитрогена здесь очень много, но это нам не сделает воду. Вот. Может это? Нет. К сожалению, деревья оказались совершенно бесполезными. Я думал, в этих деревьях что-то будет, но нет, оказывается, нет. Так. И в этом тоже. Кстати, от того, что мы это будем есть, интересно, мне прибавляется что-нибудь. К примеру, давайте попробуем съедим листья. Нет, это нам прибавляет только голод. А это? Эх, нет. Это нам не дает. Ну что ж, остается только зайти сюда. И посмотреть. Может быть, там иногда, вот в этих подземельях, бывают бутылочки с водой или что-нибудь такое. Ну и количество мобов тоже зашкаливает здесь. Опа. Баг игры. Я зашел сюда, и жажда там, все это прекратилось. Интересно, если я выйду отсюда, жажда опять продолжится? Так. Любопытно. Что это за звуки? О, жмур. Так, что это такое? Кей-картир. Low-level clearance. Кей-карт using to open a serious mission. Так что? Дуешься на батон. А, это для того, чтобы открывать двери. Так. Заброшенных. Я надеюсь, эту сюжетную линию они доделали. Кстати говоря, вот этот вот транспорт, по идее, мы в будущем должны уметь построить. Так, мне нужны ништяки для выживания. Мне нужен ураний. Ух ты, двери. Вау. Так. Ребята, первая серия, уже столько всего. Вау. Ура. Я нашел ткань. Правда, до чего она, я не знаю. Я нашел батареи. Вот эти штуки нам точно нужны. И, кстати, ткань, наверное, тоже понадобится. Просто я пока не знаю, для чего. Раз ее так много, значит, это нужно будет. Батареи, само собой, нужно будет для нашего бластера. Вау, что это такое? Ого. Вау, патроны. Круто, батареечка. Это все нужно. Только намека на воду, например, у нас нет. Само собой, так оттуда я пришел. И здесь еще ящички. Еще один. Ура, ребята, все, мы живем. А, мы теперь не сдохнем с голоду, по крайней мере. Так, давайте мы это врубим. Врубили. А зачем вообще это нужно было? Типа это генератор, что ли? Может быть. Ладно, идемте дальше. Было бы круто, если бы у меня был бы пистолет. Хотя бы некоторых мобов можно было выкашивать. Но я подозреваю, что здесь у нас мобы будут очень жирными. Так. Серия получилась длинной, я не хотел ее делать длинной, но так уж вышло, извините. Просто очень интересно. Я заигрался. О, что это у нас тут такое? А, опять жопоморды. Какие-то яйца. Вот засранец. Была бы у меня пушка, ты бы у меня не плясал бы вот так вот. Ну-ка, иди сюда.
Опа. О, блин, опять эта тварь большая пришла. Все, я с ней сражаться не буду. Я сыкую. Одним ножичком на него идти. Этого недостаточно. Все-таки, да. Я думаю, надеюсь, он через эти двери не пройдет. А то как-то, блин. Жалко, это вот не разбирается все. В общем, я сделаю небольшой осмотр еще раз. Посмотрю, может, что-нибудь я там забыл. Итак, друзья, в ходе путешествий я наткнулся на такую вот штуку. Космические обломки и вот это. Что это такое? О, интересно. Кто-то типа выживал, как я, но, видимо, у него что-то пошло не так. А вот эти запчасти, все-таки они очень полезны, я их к себе заберу. Так, инженерию качаем. Заодно. Такс. Тут. Вот. Забираем. Так. Ну и дальше валим. Короче. Итак, дорогие друзья. Я вот зашел снова в эту пещеру и вышел. И я был в шоке. Потому что вот моя землянка куда-то исчезла. Я не знаю, куда она исчезла. Но я знаю, куда мне идти. Дело в том, что я могу построить заново, а Forge там могу построить все это не проблема. И даже минералы добыть, в принципе, тоже не проблема. Но главное, я видел кое-какие структуры, пока шел сюда. И я сейчас туда отправлюсь, и на этом я закончу серию, потому что я затянул немножко. Итак, друзья, я нашел вторую пещеру, а также вот эти вот структуры, о которых я и говорил, что я их издалека увидел. Я не знаю, зачем они нужны, но давайте попробуем понажимать на них. Кстати говоря, ничего-то не нажимается. Неужели опять какая-то бутафория? Можем ли мы их разобрать? Нет, они просто тут стоят. Видимо, они дополнение к этой вот пещере. Давайте посмотрим и в нее. Уж если так уж. Пока я себе дом не построил, кстати, учтите, что зайдя в пещеру, выйдя, вы можете обнаружить, что у вас нет никакого построенного дома и так далее. Так что заходим и смотрим, что нас внутри там ожидает. Так. О, как все страшненько. Я даже знаю, что это за пещера. О, компьютер. Выключенный. Что у нас тут? Может быть, мы что-нибудь полезненькое найдем. Так, патч тейпы я нахожу. Какие-то марли. В общем, я ткань уже брать не буду, ибо у меня ее достаточно. Да и я знаю, где ее достать. Ого. Медь. Уголь. Так. Ого, пляшем, все. Текс, это хорошо. Все, здесь мы все обшарили. Да, здесь тоже нет ничего больше. Так, дальше. Идем. И думаю, впереди, конечно же, будут твари. Возьму ножик на всякий случай. Но я не за тварями пришел. Я пришел за другим, блин, вот они появились. Что если я вот на это нажму? Power switch. Включим свет. О! Так, а что у нас там? Там есть что-нибудь интересное? Да, там может быть плутоний вполне себе такой. Мне его только не хватает, чтобы... Вообще-то мне нужно много плутония. Кстати, они сюда залезть не могут. Там вообще есть то, что мне нужно? Кстати. Да умри ты уже. Да что ж ты не сдыхаешь? Вот, все. Так, они здесь застряли, походу. Я их могу, наверное, вот так вот выкосить. В этом есть плюс. Вот так вот. Всех вот так вот выкосить понемногу. Да, каждого из них. Иногда хорошо, когда в текстурках застревают всякие твари. Так, супер. Ахаха. Охо-хо. Тебя тоже. Хо-хо.
Так, что у нас тут? Много ресурсов, это хорошо, но мне нужен плутоний, товарищ. Все это карбон. Бон-бон. Ты что такое? Нет, здесь урания нет. А вот когда-то был. Так, вот это все забираем, потому что это все ням-ням, еда. Блин, да, сколько же врагов я перерезал. Рахной тейл. Да. О, вот те, что там, они очень опасны. Так, вот патроны я нахожу, а пушки нет. Это все очень печально. Интересно, этих я могу также завалить? Они ведь не могут, как говорится, пропихнуться сюда. Так, попробуем. Один готов. Но этого я ножиком с одного удара, конечно, не сниму. Но попробовать можно. Опа! Ха, я его ножиком сдрючил. Так, лазерные батарейки с него выпадают. Круто, круто. Ребят, таким макаром мы, по-моему, всех сделаем. Так, кто здесь? Кто здесь? О, опять эти засранцы. И их я вижу тут много. Так, попробуем. По той же манере. Блин, сдох. Ха. Вас всех можно так вырубить, выкосить. По ходу дела. Ахаха. Готов. Так, опа. Вот это плохо. Эти протиснулись каким-то образом. Надо от них драпать. Драпоц. Так, и хилимся. Все-таки как-никак. Блин, мы весь ножик скоро израсходуем. Так. Мне надо будет оружие делать какое-нибудь. Так. Ну-ка, может, этих побьем? Так. Ну-ка, давайте. Идите сюда. Так, готов. Готов. И ты готов. Я их всех вырубил, блин. Прям какое-то... Мочилово. Мне нравится. Мне нравится, что я могу двигаться дальше, убивая этих тварей и тебя. По-моему, я всех порешил. Интересно, могу я дальше туда пройти? О, кто-то оказался менее удачливый, чем я. Но я не могу его прошмонать, на нем ничего нету, видимо. Почему я сюда полез, друзья? В этих пещерах каких-то я знаю был... Что это такое? Купер. Медный прям. Жирный медный осколок. Здесь был ураний или плутоний где-то. Поэтому я сюда и полез. Потому что без него мы форж не сделаем. Я не знаю, почему для того, чтобы сделать форж, нужен целый ураний. Да откуда ты появляешься? Блин, твою же дивизию налево. Так, мы вот это не обшмонали по-быстрому сейчас. Нет, здесь ничего интересного. О, баррель. Забираем. 116. Надо будет от груза избавиться. Так. Вау! Вот то, что мне нужно было. Ребята. Это литий. Тьфу. Мне уран нужен. Это что такое? Железо. Эх, мы нашли литий, который тоже, по сути, редкий, но никакого урана. И намека на урана нет. Даже как-то обидно, что я сюда лез и всех убивал. Простите меня, твари. Я сам оказался тварью. Да, но хотя бы от голода не помрем. Это радует. Короче, все эти марли. Ткань какая-то. Ребята, что-то я осмелился. Решил пойти штурмовать первую базу, но это уже будет в следующей серии. Да и пишите, конечно, в комментариях. Может быть, вы знаете, что тут надо делать. Ну, больше знаете, чем я. Я буду только рад вашим комментариям. И на этом я хочу закончить. Вот. Прекратить, так сказать, делать нервы всем.
Вот. Еда, вода, баррели, делай, что хочешь. Очень много всего. Так. Так. Я что, вырубил свет или врубил? Я что, в темноте там типа сражался? Ну, это похоже, да. Ладно. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки и до скорых встреч. Всем пока-пока.